Чеченца Резвана Хамзатова, обвиняемого в резне в трамвае на востоке Москвы, Измайловский районный суд приговорил к 4 годам лишения свободы. Как установил суд, утром 12 ноября 2012 года Хамзатов и трое его приятелей вошли в трамвай. Они отказались платить за проезд, при этом нецензурно выражаясь. Водители и пассажиры сделали им замечание, после чего молодые люди достали похожие на нож и пистолет предметы и ранили троих пассажиров, причинив вред их здоровью различной степени тяжести. Преступника задержали в июне 2013 года в столичном аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию с Польши, где нелегально прятался от правосудия.